Слушаю. Здравствуйте, прямая линия. Здравствуйте. Игорь Николаевич. Да. Знаете, вопрос есть по поводу пересечения границы. Сейчас такая ситуация сложилась, что по наземной границе людей выпускают только с договором рабочим, а по ВНЖ не выпускают. А с чем связана такая вот мера и почему именно рабочий договор имеет такую большую силу? А что конкретно у вас? Ну, то есть, ну, не выпустили вот моего родственника по виду на жительство в Литву, а требовали договор. Те, кто были с договором, они проехали, а те, кто были просто с документами и правом проживания, их не впустили. С чем это связано? Ну, Почему именно потому что вы знаете, договор? есть постановление, которое регламентирует порядок выезда граждан Республики Беларусь, граждан, имеющих вид на жительство, за пределы Республики Беларусь. В этом постановлении определено, кто имеет право выехать. И если там договор на работу, да? Ну да. Ну то есть требует договор на работу. Да. То есть должны быть документы, подтверждающие, что действительно есть человек трудится, как вы говорите, в Литве, да? Да. Нет, Да, и человек, мой родственник имеет просто ВНЖ, и вот его не впустили. Просто я вот хотела знать этот номер этого целью, постановления. с какой целью он хотел выехать Но у него вид на за границу? жительство. Он просто, ну, живет там. То есть вид на жительство по магистратуре, Гражданин по учебе. Республики Он гражданин пока что, да. Гражданин Беларусь. Республики Гражданин Беларусь. Республики Беларусь. Вид на Да. жительство в Литве, Да. да? Да. А цель какая выездом? Учеба в Только гражданин. магистратуре. А учебу вы знаете, Да. что там должен быть договор на учебу и выезд там не чаще, чем раз в 6 месяцев. Слушайте, а почему так стало? А почему такие меры приняли? Раньше на выходные ездили Я в вам не Литву. могу комментировать эти меры, потому что эти меры принимает не Госпогранкомитет. Есть Ага, постановление правительства. понятно. Вот, поэтому почему такая выбрана 6 месяцев? Ну, мы выполняем постановление правительства. Оно определено не чаще, чем один раз в 6 месяцев. Ну, а вот этот момент еще, который сейчас заявляют о том, что сделают платный выезд, это тоже получается распоряжение правительства. Вы только исполняете? Мы тут вообще, это что касается платного выезда, это органы местного управления, это, допустим, Витебская область, Гродненская область, Гомельская область регулируют своими постановлениями. Тут никакого отношения органы пограничной службы к этому не имеют. Поняла. Хорошо, а Если вот... такое будет введено, только на границе будет проверяться оплата разрешения выездом. И то это, если на автомобиле в автодорожном пункте пропуска. Я вас поняла, хорошо. И номер вот этого постановления, которое вы говорили, где прописаны вот эти нормы выезда и всего остального, можете назвать? А вы перезвоните на нашу горячую линию, и там вам все это пояснят. Ага, все, я вас Больше поняла. подробно. Да. Хорошо. Есть горячая линия, посмотрите на сайте, вам там подробнее. Вы можете это все даже посмотреть на сайте Госпогранкомитета. Хорошо, Зайдите на спасибо. сайт Госпогранкомитета, и вы там посмотрите все эти, что в этом постановлении изложено. Я вас поняла. Спасибо большое. До свидания.